Пароход под выстрелами спускался задним ходом по течению и зашел с западной стороны острова, откуда город был леском. Здесь отшвартовались. Люди с острова высыпали на песчаный берег. Было их человек 50, ободранные, взлохмаченные. «Да вы толком слушайте, черти, что мы вам говорить будем!» — кричали они. «К нам на помощь Захаркин идет с пугачевскими партизанами. Мы еще третьего дня к нему ходока послали». И они рассказали, что третьего дня местные буржуи вооруженным налетом врасплох захватили совдеп, телеграф и почту. Офицеры нацепили погоны, кинулись к арсеналу, отняли пулеметы. Вооружились гимназисты, купчики, чиновники. Даже соборный дьякон бегал по улице с охотничьим ружьем. Никто не ждал переворота. Не успели схватиться за винтовки. Наши командиры разбежались, продали командиры. Мы как бараны мечемся. «Эх вы!» — только и сказал на это Хведин. «Эх вы, сухопутные!»